В июле любителей изучать звездное небо ждет два редких события. Причем они будут настолько эффектными, что даже те, кто обычно не увлекается астрономией, вряд ли их пропустят. 27 июля мы можем наблюдать полное лунное затмение, да не простое, а самое продолжительное в этом столетии. Солнце, Земля и Луна окажутся на одной линии, и тень нашей планеты накроет естественный спутник. Наблюдать затмение смогут жители большей части России. Начнется оно в 20:13 по московскому времени, а закончится в половине третьего ночи. При этом Луна будет полностью скрыта с половины 11 примерно до часу ночи. А прежде чем погрузиться в тень, спутник приобретет необычный красноватый цвет. Это объясняется законами физики. Еще более впечатляющим это зрелище сделает второе событие той же ночи — великое противостояние Марса. С точки зрения наблюдателя может возникнуть эффект двух крупных красноватых светил на небосклоне, поскольку Марс имеет именно такой оттенок. Что же такое великое противостояние? Это момент, когда планеты сближаются максимально. Такое происходит примерно раз в 15-17 лет. В предыдущий раз Марс подходил так близко к нашей планете в августе 2003 года. В результате противостояния в этом году Марс будет казаться самой яркой звездой на ночном июльском небе, за исключением Венеры.